Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Делаем Свет, и у нас инструкция по привязке светильника Фарион к новому пульту. Пульт сенсорный, необычный. Инструкция от производителя не подходит к пульту, поэтому возникают вопросы, как же привязать светильник. Мы решили показать это в видеоинструкции. Итак, привязка осуществляется путем нажатия на кнопочку ON первого канала. Вот мы проверяем, что у нас лампочка мигает, видите? Лампочка мигает при нажатии. Все хорошо. И мы начинаем при привязке быстро нажимать на нашу кнопочку ON. Включаем светильник. Вот он. Три раза моргнул. И теперь мы можем им управлять. Во-первых, управляем подсветкой, управляем яркостью. Для того, чтобы управлять яркостью, достаточно коснуться тихонечко любого места полосы яркости. Также мы можем включать и выключать его с первого канала. Обращаю ваше внимание, что если вы переключитесь на другой канал, на третий, на второй, на четвертый, то вы уже не сможете управлять светильником, пока не произведете включение и выключение. Вот мы переходим на первый канал. И после этого мы можем управлять и подсветкой светильника, и режимами включения. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, обращайтесь в комментариях.